За него, за него. Так пузо было, пацаны. Один.
Яхин. Витал, оставайся, дай здесь, Витал, вдвоем остались. Иди сам, иди! Да, встречай! Давай, вали! Один, 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 один,
Да не, ну он мне только на ногу. Да, на голову. Надо двигаться к мячу, батюшка. Играй там, Батя! Открой!
Витала, у тебя спина, Витала. Ты только пол брать. Аккуратно, аккуратно. Вот. Сзади, Витала, сзади. Сзади. Да я грешу! Мало, мало то! Давай, 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 давай
Отличная комбинация прошла буквально минуту назад, когда Папин Дон забивал. Это было очень элегантно, интересно и красиво. Забитый гол. Я думаю, этот гол должен попасть в топ. Какой счет сейчас, скажите, Марик? 2-0. Папин Дон очень солидно начал сегодняшний поединок. Так, все собрано у них. А Новокадацкий сегодня не похож на себя. Горит ярким пламенем. Не проиграли одну игру, и вот сейчас проигрывают на данную минуту вторую игру. Что-то пошло не так. Оператор считает, что это во всем виновата форма. Новая. Мельник с мячом. Алексей с мячом. Третий номер. Не дают ему пройти. И Папин Дон, смотрите, вырывает. И батюшка. Мог он убрать, тоже теряет мяч. Нравится, друзья, сегодня Папин Дом. Очень собрано они играют, как бы. Вот. Да, это и секунды, только что чуть не подарил игрок Папиного Дома Мельнику мяч. 2-0. Какая минута, Марик? Плюс 4, 29. 2-0 на 29 минуте. Контр. Мельник с мячом стачит сам, идет один и все-таки отдает, отличный пас отдал. Ну надо было уже решать, мне кажется, игроку Новокайдатскому, зачем он отдавал Мельнику назад, непонятно. Он просто был уже в штрафной. И смотрите, как прессингует 13 номер. Попадает мяч. Препятствие. Центр, центр, центр. Борьбу тут нахи, да, как они. Центр. Неплохой пас. Под тобой, есть! Хорош! Отгрызает, отгрызает. Папик. Дали, дали! Пока не получается пройти. Папик не туда, в центр. А, не получилось обыграться. Мельник. Проходит пас. Шире! И, ой, прострел, очень хороший, качество прострел, но никого там нет. А, вратарь в порядке. И свечка идет сюда. За шиворот. Переклонил.
Нравится Папин, друзья, в этом поединке, а? Собрано. Ну а что, новый кадат, можно не проявить характер? Момент. Какие крупные планы. Чуть-чуть выше. Метров на 20. Прям выше мячик. Выше! Я. Хорош, распущенный, блядь. Один, Димка, один, совсем один! Я помогу, лево.
Зон принеси. Да. Подкапывать начал. Да. Но у меня. Давай, 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 давай
залетел.